перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. What's up, guys? Как ваше ничего? Всем Гуччи. Гуч то, Гуччи это. Real Drip Set. 23.13. Авиакомпании Аэрофлот. Российские авиалинии. Берлин. Просим пройти на посадку в самолет. Выход номер 5. Посадка на ваш рейс заканчивается. Passengers traveling with Аэрофлот. Flight 2312. Your attention, please. Passengers on this flight are invited to board and gate up. Так, значит, ситуация. Я нахожусь в Шереметьево, в международном терминале. Собираюсь вылететь в за границу. Скоро произойдет вылет за границу. Очень хочется спать. И зарядить телефон. И купить яблоко. Я нашел магазин, в котором можно купить зеленое яблоко. Там не было продавца, я очень долго стоял. Не смог купить яблоко. Больше я нигде не нашел магазина, где можно купить яблоко. И я купил гигиеническую помаду и спрей в нос. Вместо яблока. Согласитесь, не очень альтернатива. Еще мне не мешало бы побриться. Но я сделаю это уже за рубежом. Внимание пассажиров, полетающих рейсом 23-22, авиакомпании Аэрофлот, российские авиалинии, Мюнхен. Выход из Москвы посадку 48 терминала F. Passengers traveling with Аэрофлот. Пока не скажу, куда лечу. Когда прилечу, тогда скажу. Что-то у меня глаза лопнули очень сильно за прошлый полет. За границу по серьезным делам, никак иначе. Сегодня нетипичная трансляция. Сегодня я цветной. Я показываю базовый пак эмоций.
with gate set. Passengers traveling with infants, business class passengers, and SkyTeam elite members are invited to... Разминка лицевых мышц. Что кто делает? Какой день недели вообще сегодня? На билете не написан день недели. О, блядь! С минус баком 2 часа. Минус бак — это опасно. Будьте как Soulja Boy, он уже потерял свой бак. Бак Soulja Boy опять уехал. Soulja Boy немножко опоздал на осеннее обострение ебанатов всемирное, и у него бак потек чуть попозже. Казань хочет меня. Однажды в Казани я попал в очень неудобную ситуацию. Что вдохновило меня на написание песни «Average». Когда-нибудь, когда мне будет лет 50, я расскажу эту историю. Но не сейчас. Soulja Boy всегда гремит бак, да, но потом внезапно... Внезапно батёк переиграл свою консоль, видимо. Так много веселых иностранцев. Все такие необычные. Смотрите, это ключи от хаты с лошадкой из Икеи. Это целая корода карточек. Обязательно сбрею усики, когда доберусь до места. До места. Иркутск есть в предатуре. Мне так казалось. Так, мне сложно держать лицо в напряжении, поэтому поразглядываю мои ноги. Мою дырявую коленку. Мою гигантскую икру, которой еле хватает места в джинсах. Всем гуч. Гуч то, гучи это. Я боюсь... Я пиздец боюсь, что нихуя не боюсь, короче. Ебать, я залип. So what's up? У меня худак, клуб бабушек, миллиардеров. Педали до Air Max. Straight Air Max. Вырежьте эту фразу из эфира и сделаем из нее мемес. Да не, нихуя не холодно. Там, куда я лечу, достаточно тепло. Ну и типа с такси в терминал. Терминала в самолет и обратно. Не успеваешь замерзнуть. Пассажиры рейса 69. Примите позицию для взлета. Посадку в самолет. Выход номер 7.
Тут я лечу на несколько дней. Вариант достучаться до меня в ЛС отсутствует. Васаби 5. В 2015 году. Сколько билеты стоят? Хуй его знает. Я за них не платил. Я лечу. Честно, я даже не ебу, зачем я лечу. В смысле, точная цель визита, точный род деятельности мой на эти несколько дней для меня в тумане. Я не знаю, грубо говоря, куда я лечу, зачем я лечу. О, интересный опыт. Я достаточно сонный, чтобы мне было неинтересно, поэтому я просто плыву по течению. По идее, мне надо было найти розетку, позаряжать без того почти севший телефон, но я решил зайти в эфир, поделиться с вами тем, что я не нашел, где купить яблочко. Бдительный бурят очень осмотрел меня так внимательно. Платят организаторы моей поездки. Я уставший какой-то, потому что я всю ночь не спал. Ждал рейс, ездил. Все хуйня. Надеюсь, я не зря проснулся. Я не вру шпротом, я Честер. Из-под Питера привет. В под Питер привет. Из-под Москвы. Я под чем-то. Я всегда под чем-то. I'm on that наркотики щит. Я under наркотики. Под влиянием нахожусь. Я просто закапан. Урина Михаил. Нет, не в США лечу. В Европу. К пидорасам и арабам. What's up? Бля, Лазарев Антон, вылетающий в Нью-Йорк, уже что-то полчаса не может как-никак вылететь в Нью-Йорк. Мне уже прям переживаю за тезку за своего, блядь. Как же он проебет сейчас рейс в Нью-Йорк. Арабы, Франция, Испания, но уже теплее. Что значит бак течет, если ты не знаешь, что ты счастливый человек? Держи себя подальше от этой информации. Я есть Скруджи. Это факт. Мы однояйцевые близнецы. Кстати, я не знаю, что значит однояйцевые. Просто смешно звучит. Блять, ну, господа, ну, что значит, что такое бак течет? Вы что, не в России живете? Как можно жить на постсоветском пространстве, не зная, что такое бак течет?
Из одного драконьего яйца, блядь. Мужик, я в аэропорту. Ярый бачок, ботик. У меня снюс даже в веках. Закладываю снюс за веки. Использую снюс как диски против мешков под глазами. Кроссовки фирмы Nike. Воздушная Nike. Вот так вот. Волосы на ногах неизвестной фирмы. Уставшие джинсы. Детка, ты любишь рваные джинсы? А-а-а. Детка, ты любишь мутантские икры? А-а-а. Бра. Мне не дает покоя это зеленое яблочко за 60 рублей, которое там лежало. Походу, я все-таки вернусь сейчас за ним. Это чуть ли, блядь, не другой терминал, но больше нигде нет возможности купить это зеленое, блядь, яблочко. Я только вчера сетовал, что хочу фруктов, давно их не ел, и тут они лежат. У меня с икрами пальмовое масло. 48-99 авиакомпании Air France, Париж. Просим срочно пройти на посадку в самолет. Выход номер 6. Passengers traveling. Я гоняю в спортзал. Со мной это происходит. Самый первый трек это был Battle Rap. Я сделал бит на него сам. Из лупов и говна палок и цепи велосипедной. Так, короче, ладно, у меня 10% осталось. Всем secure the bag, vibe security, вся хуйня. Так, теперь мы ищем яблоко, ищем зарядку. Сука, посадка начнется через 15 минут, у меня 10%, все охуительно. Яблоко я пока так и не съел. Ой, блядь. Так, тяжело так думать. Очень хочется спать. И яблоко. Так, ладно. Господа, давайте продолжайте. Ну, типа, не отвлекайтесь от урока. Снимайте наушники, продолжайте слушать учителя. Минут через 5, я думаю, уже должна большая перемена быть. Можно будет добежать до столовки, прихавать пиццу и выпить чай. Ладно, всем, короче, респект. Берегите бак, всех обнял. Ешьте яблоки, ничего не бойтесь. Все, до свидания.